Преподобный Стефан Вифинский просиял святым житием своим в Палестине. С молодости самой он желал подражать святой жизни великих подвижников и обошел много пустыней и обителей, перенимая опыт святых старцев. Был он в монастырях Ефимия Великого, Саввы Освященного, Феодосия Великого. И везде он предавался иноческому житию, постигая на себе уставы обителей. После долгих странствий и духовных поисков пришел преподобный Стефан в Константинополь, где был принят самим патриархом Германом. Святитель проникся к подвижнику, искренне и трепетно желающему еще более возрастать в духовной жизни. Какое-то время преподобный жил при патриархе, являясь ему благополезным советником. Со временем святой Стефан основал свою обитель под названием Хиналаккова, близ Халкидона, собрав в нее все лучшее из прославленных монастырей. В обители этой собралось множество иноков, которых святой воспитал в учении Господнем и добрыми наставлениями сумел взрастить вон их высокодуховные добродетели. Славно прожив на земле и приблизившись к небожителям, преподобному было свыше извещено о скорой кончине. И при отшествии ко Господу святого сопровождали ангелы, кое чудное явление удостоились видеть некоторые монахи из братьев. 27 января. День памяти преподобного Стефана Вифинского Халкидонского.